Привет, мы находимся в районе Капотня сегодня. В этом районе в этом году проходит программа благоустройства под названием «Мой район». И по этой программе, вот на той улице, которая справа от меня находится, должны были появиться островки безопасности. И все шло уже к их появлению, начались строительные работы, но тут появился депутат Московской городской думы Инна Светенко, которая решила, что островки небезопасны, и настояла на том, чтобы их убрали из проекта. Мы поэтому сегодня приехали в район для того, чтобы посмотреть, что на самом деле здесь происходит, где именно предполагалось строить островки, и почему они здесь на самом деле необходимы. Жена здесь выросла, и я здесь, ну там, грубо говоря, 10 лет. Я здесь бываю регулярно. Очень регулярно. Вы знаете район хорошо? Да, я район хорошо знаю, и вот там полтора года мы здесь живем постоянно. У меня дочка 2 года, и мы на детских площадках времени немало проводим. Собственно говоря, одно из главных дискуссионных мест в районе, да, потому что это люди, которые больше всего проводят времени здесь. И там обсуждал неоднократно с людьми. Бывает непонимание, зачем это надо. Ну, то есть, в принципе, люди, ну, не привыкли думать об этих вопросах. И такой вопрос я иногда слышал, да, действительно, а зачем? Вроде бы и так нормально. Вот. Но такого, что против, там будет невозможно проехать, это создаст опасность, еще что-то, я не слышал ни разу. Часто же говорят, что вот проектировщики вообще не знают район, они не отсюда, они приезжают, придумывают что-то, не думают о жителях. Начнем с того, что я сам живу в Люблино, вот, и Капотню я знаю хорошо. Но даже условно, если бы я был не из Капотни, не из Люблино, то как бы я вижу, что эта улица не транзитная, она прямая абсолютно, и здесь, естественно, будут гонять. И я даже больше расскажу, почему именно островки, а не, например, узкая улица и лежачие полицейские. Не сделано было потому, что здесь автобусы ходят. Вот. А лежачие полицейские очень сильно снижают скорость движения автобусов, потому что они, в отличие от машины, очень медленно проезжают. Это все из-за конструкции за своей. Люди все куда-то ездят, да? Или кто-то, не знаю, ходит на фабрику пешком, на собственный завод? Ну, район от метро удаленный, поэтому единственный вариант – это автобусы. И, ну, практически все ездят либо машина, каршеринг или автобус. Да, ну, каршеринга вот. Очень много. Да, каршеринга здесь очень много, и это сейчас во многом такое отчасти спасение для района. Ну, то есть еще одна альтернатива. Вот. Тем более сейчас очень хорошо наладили вообще движение автобусов. Они ходят очень часто, по крайней мере, до Братиславской метро ближайшей. Есть экспрессы, и ну, сейчас в этом плане вообще шикарно. То есть много людей пользуются? Не пустыми они ходят? Не, абсолютно не пустыми. Они там ходят каждые 3-5 минут. А здесь стало больше людей ходить, после того, как построили все эти самые площадки? Собаки? Сюда, во-первых, очень много ходят с собаками гулять. Ну, то есть это прям главное место в районе, куда можно выйти с собакой. Сейчас сделали пару специальных площадок закрытых для собак. Вот. И, насколько я знаю, здесь довольно-таки много молодежи ходит на спортивные площадки. И плюс здесь находятся 2 остановки. И от всех ближайших жилых районов, я, собственно говоря, живу вот за этим домом следующим. Вот эти все районы, они здесь переходят, садятся, вот конечная остановка. То, что рассказывал. И следующая. Ты хорошо исследовали вопрос. Вот. И поэтому вот на остановке, особенно утром, здесь трафик, ну, действительно такой внушительный. Довольно-таки давно, несколько лет назад, здесь были происшествия, то, что сбивали людей. Вот на этом участке как раз машина разогналась с горки и, в общем, не заметила пешехода. Но вот прям какой-то конкретный. Ну, бывают, знаете, такие истории, это, что называется, около происшествия, да? Насколько вообще комфортно, например, вот вам переходить эту улицу сейчас в том виде, в котором она была и в котором она, в общем, фактически сохранилась? Здесь переходишь, скажем так, в некотором напряжении, потому что действительно часто очень быстро ездят. Ну, то есть, поэтому стараешься прям заранее, издалека посмотреть, оценить скорость машины и так далее. До реконструкции была такая ситуация, что из-за припаркованных машин плохо просматривалась вообще дорога. Поэтому ты выходишь вот так вот, вот выглядывая, чтобы понять, что на тебя сейчас никто не вылетит. Фактически районная улица, это подъезд к домам. То есть, да. Никто никуда не едет спешно. Там, на работу. То есть они едут на работу, но... Но здесь нет никакого транзитного трафика. Да? Да. То есть тут все местные. Поскольку все местные, они все и заинтересованы в том, чтобы здесь было безопасно. Потому что если сейчас ты едешь на машине, как вы правильно сказали, но твой ребенок идет на автобус, или там твоя мама, твоя бабушка, там кто-то, да? То есть тут нет чужих людей, которые скажут, нет, мы тут хотим мчаться вдаль. Нет, конечно, вдали нет, здесь все только подъезжают к домам. Здесь больше никуда не проехать. Ты там протолкался под там светофоры, пешеходы и так далее, а здесь выехал, и вроде бы пусто, свободно, и можно прям немножко потому газу поддать. Экономия времени никакая. Ну, абсолютно никакая. Это место, оно явно провоцирующее. Да, само по себе просто. Ну, то есть прямая с горки. Могу сказать, как водитель. Здесь было 5 наездов на пешеходов,
с 15 года без смертельных случаев. Если фиксировал ГИБДД, значит, скорее всего, с травмами. Завод не хочет делать парковки нормальные для сотрудников. И в итоге вокруг завода начинается вот это вот столпотворение машин. Ну, это, собственно говоря, вторая часть нашей сегодняшней поездки сюда. Потому что, как бы, история с островками, она не закончилась только островками. А весь проект впоследствии был переделан, и вся улица Капотня сейчас по уже построенному разбирают и переделывают по новому проекту, который разработали вот буквально пару месяцев назад. Вот. И если изначальный проект был сделан по существующему положению, то это улица одна полоса, вопрос поднимался по поводу парковок, что перерабатывающему заводу нужны парковки, мы нарезали парковочных карманов. Вот. А сейчас меняется проект на 2 плюс 2 полосы по улице Капотня, и все эти парковки будут обрезать, убирать тротуар с обратной стороны, чтобы впихнуть эти 4 полосы. С парковками будет хуже. Тот факт, что были запущены изменения в проекте уже после истории с островками, он как бы наводит на мысль о том, что да, тут как бы замешаны какие-то истории. То есть фактически мы можем сказать, что да, а сколько было предусмотрено парковочных мест вот, по вашему проекту? Там достаточно много, там же было, там же проблемы не то, я не могу сказать, но там больше 100 точно было. Их все уберут, то есть больше 100 парковочных мест. Ну вот мы сейчас проезжали, уже убирают. Непонятно для чего. Для того, чтобы пустить 4 полосы движения. А есть потребность в этих 4 полосах движения сейчас? Нет, понимаете, в том-то все и дело, что Капотня, она как бы... Здесь появляется пробка только когда на улице Верхние Поля, которая параллельно идет чуть выше, там встает все, и здесь начинают объезжать. Ну, опять же, это все делают только те, кто знает это место, что здесь можно объехать. Не особо много сюда ездили, как транзитом. То есть сюда привлечет и дополнительный трафик? Ну, естественно, конечно. А машина будет стоять негде? Конечно. И будет непонятно что? Ну, то есть какой-нибудь условный выходной день, когда все поедут в Мегу Белой Дачи, и на улице Верхние Поля будет стоять пробка, то все будут знать, о, прекрасно, в Капотне нам сделают 4 полосы движения, мы сейчас здесь мимо будем проезжать. Или будем выезжать на МКАД, или еще куда-то. То есть сюда дополнительно привлекли транзитный трафик, которого здесь не было, и который не особо-то и нужен этому району. Вот, соответственно, ухудшится и выезд из района в том числе. Ну, то есть фактически это мера против жителей района работать? Ну, получается, что да. То есть если раньше проектом было предусмотрено, что будут парковки, были предусмотрены карманы, то есть все нормально, ты ставишь машину по тротуарчику, доходишь до завода. Сейчас это все убирает, будет 4 полосы, где люди парковаться будет непонятно. Учитывая, что каршеринг, не тот же будет каршеринг пускать на территорию закрытого предприятия, то, скорее всего, весь район просто будет завален машинами. Что самое интересное, буквально 3 дня назад новые сделаны дорогу с бордюрами, с асфальтом уже уложено, ну, то есть там уже все было закончено. Они начали раздалбывать. Я смотрел и не понимал, ну, что происходит, они сделали, его там, не знаю, 2 недели назад, грубо говоря, они там закончили, может, месяц назад закончили там работы, а потом просто взяли и раздолбили, не знаю, там сколько по ширине, где-то от метра до чуть ли не 2.5 метров, они просто сняли. Исчезнет полностью тротуар со стороны завода, останется только тротуар, где велодорожка была. Тебя откусят как минимум 3 метра от того, что нарастили для велодорожки, то есть велодорожка конец, вот, а с противоположной стороны просто будут вот вплотную к деревьям дорогу проходить. То есть вместо проекта благоустройства, который делает жизнь лучше немножко для всех, мы получили ситуацию, когда для привлечения транзитного трафика в район, который здесь современно не было, ситуация ухудшена для всех. Да, все верно. Вот один из аргументов жильцов, которые были против островков, заключался в том, что при выезде из двора островок будет мешать машине при повороте. Вот мы сейчас специально проедем и посмотрим, что это на самом деле неправда. Вот островок должен был здесь. Вот мы выезжаем, спокойно его объезжаем и едем прямо. То есть аргумент явно такой выдуманный. Были бы островки, такой бы ситуации не происходило бы. То есть машина бы не обгоняла на скорости. Сейчас мы просто шли оттуда, я увидел профиль улицы и обратил внимание, что пешеходный переход получается такой утопленный. Получилось так, что сейчас в месте переходов проезжая часть стала шире еще на 2 метра. Длина перехода увеличилась, и это все связано с тем, что вот именно посередине должен был быть островок на 2-метровой ширины. И, соответственно, объезд сделан в виде вот такого вот кармашка. То есть
Точно, это самое. Провокация. Островок, он для чего? Для того, чтобы человек стоял между потоками? Или все-таки для чего-то другого? Для чего вообще он нужен? Островок в том числе и для того, чтобы ты мог, если ты не успел перейти одну сторону, остановиться и спокойно дождаться второй части перехода. Второй момент. Островок позволяет светофорную фазу регулирования на перекрестке делать более вариативной. Когда у тебя появляется островок, ты можешь разбивать улицу пополам, и у тебя укорачиваются фазы для автомобилей и для пешеходов. То есть, например, если там стоишь, ждешь 2 минуты, чтобы перейти переход, то когда у тебя появляется отдельная фаза на половинку улицы, то ты можешь дать меньше. В итоге для небольших улиц, районных, местного значения, там, ну, чуть побольше, может быть, островки служат еще как фактор снижения скорости трафика. Ну, ГОСТ надо почитать. Ну, то есть там ссылаются, есть цитаты. ГОСТ есть, да. И, ну, то есть если там действительно так, то действительно формально... Да, действительно так. Она формально права, да. Вам приходила милиция? Нет, кстати, не заходили. Ну, по-моему, письмо от вас было о том, что могут прийти. Да, но... потому что они почти ко всем приходили. Я понял. Ну, может быть, не застали, потому что у меня сейчас жена с ребенком уехали, а я обычно на работе, поэтому, может быть, и заходили. Да, потому что они ходят по всей Москве и пытаются доказать, что территория не существует. Когда ты вмешиваешься в проект, к тому же уже реализованный фактически, то нельзя просто так взять, какой-то элемент убрать. У тебя рассыпается вся стратегия того, что ты делал. У тебя увеличивается длина пешеходного перехода, соответственно, ты дольше переходишь дорогу, и второй момент, машина, которая тебя пропускает, дольше ждет. Ты, допустим, переходишь до середины улицы, тебя пропускает только одна сторона улицы, а другая сторона улицы, машины в обратную сторону, могут проезжать до того момента, пока ты не дошел до того края проезжей части. И получается так, что, убирая островок, ты ухудшаешь движение для всех, для пешеходов и для автомобилистов. Также мы знаем, чем шире переход, тем вероятность выше того, что на этом переходе случится ДТП. Да, просто ждать не будут автомобили. Да. Я так понимаю, что когда будут наносить разметку, здесь будет какое-то изображение островка, но, как мы все понимаем, например, ты переходишь, машина тебя пропускает, а кто-то берет и обгоняет по встречке. То есть физически уже ничто не остановит машину. Автомобилисты говорят, ну, у нас такие улицы, чтобы они естественно ехать быстро. Это значит, соответственно, отъем денег у населения и ничего к безопасности не имеет отношения. То есть они в данном случае получают отчасти правы. Потому что улицы не способствуют тому, чтобы скоростной режим поддерживался на каком-то приемлемом с точки зрения безопасности скорости. Ну, да. А что интересно, изначально вот вся эта реконструкция вообще позиционировалась как такой флагман программы «Мой район». А Сергей Семенович приезжал, не знаю уж сколько раз, постоянно везде в СМИ показывали о том, как здесь будет все прекрасно, о том, что это самая масштабная реконструкция. А потом начались все истории, а сейчас еще и перепроектирование. Никто в ближайшие лет 20 сюда столько денег больше не вложит. И то, как они сделают сейчас, будет жить очень-очень долго. Буквально сегодня пришел ответ от Инны Светенко. Она ссылается на ГОСТ, по которому вот запроектированный строй безопасности, он не вписывается в этот ГОСТ. ГОСТ это, конечно, документ, который обязательный к исполнению. Еще пару слов о том, что он стал обязательным к исполнению совсем недавно, буквально там полтора года назад. То есть до этого он носил рекомендательный характер. И очень многие вопросы касательно проектирования улиц, они раньше нивелировались тем, что это было необязательно. Расположение островков на проезжей части, оно относится к один из тех пунктов ГОСТа, которые очень спорные, потому что островки безопасности по ГОСТу возможно размещать только на улицах 2 плюс 2 полосы. То есть 7 метров – это 2 полосы. Возможно, когда писался этот ГОСТ, было понятно, что он не обязательный. Вот, это можно было как-то нивелировать, что хотя бы на улице 2 плюс 2 полосы можно было расставлять островки. Очень часто есть улицы, не только районные, но и загородные улицы, шоссейные дороги, которые 1 плюс 1. И на них тоже необходимо делать островки для снижения скорости. Да, они были сделаны не по ГОСТу. Да, между островком и краем проезжей части было 4 метра, но
такие вещи, они, как правило, не просто так доходят до реализации. Фактически сейчас речь идет о том, что этот ГОСТ будет меняться в ближайшее время. И поэтому существует некоторая негласная договоренность, возможно, между теми, кто проектирует, и теми, кто принимает эти проекты, о том, чтобы эти ГОСТы пока немножечко обходили. Да, все верно. ГОСТ, он вообще как бы это не какая-то незыблемая вещь, которая никогда не меняется и всегда будет такой. В каждой редакции ГОСТа добавляются новые пункты, изменяются пункты. В настоящее время разрабатывается новый стандарт на проектирование улиц. Он называется не ГОСТ, а предварительный национальный стандарт. Он сейчас проходит стадию утверждения, согласования, обсуждения и тому подобное. Естественно, при проектировании мы не только ориентируемся на те нормы, которые сейчас уже есть, но и смотрим в будущее, потому что улица, она не будет жить сегодняшним днем. Через несколько лет все изменится, нужно, чтобы переделывать, что ли, все. Но это никто на это не пойдет, потому что трата денег. По этому новому стандарту вот этот вот пункт про 7 метров, его убрали, потому что все понимают, что двухполосные улицы тоже бывают прямые, на них тоже гоняют машины, и тоже нужно как-то снижать скорость трафика. Да даже Капотни – это уже сложившаяся застройка к тому моменту, когда придумали ГОСТ. На улицу, которая уже узкая, не можешь натянуть ГОСТ с расширенными полосами движения. То есть, по факту, он все равно где-то не соблюдается? Конечно, конечно. На той же Тверской, если ты переразметишь полосы по 3,5, то у тебя вместо 4 полос получится 3. Это вопрос замедления трафика с помощью прослужения улиц. Почему это решение не было использовано, хотя оно вроде как не противоречит никаким ГОСТам, и, возможно, с ним бы не возникло таких проблем. Здесь, если бы изначально, концептуально, мы, например, не делали бы островки вообще, здесь, то здесь можно было бы, наверное, сузить еще проезжую часть, но опять же, вот этот вот момент, что здесь очень много выездов из дворов, здесь ходят автобусы, да, здесь не такой большой поток транспорта, но все равно обеспечить... То есть островки были более целесообразным решением? Ну, наиболее целесообразным, учитывающим многие факторы.